что важно для капусты? Выровнялась. Дальше. То есть, насколько она поражена вредителями. Ну и тот урожай, который она может дать. Вася. 3500. Ну, то есть это тот идеальный размер, который бы мы хотели положить в хранилище. То есть, чтобы потом, после зачистки, она была абсолютно, ну, то есть необходимого нам там размера. Давайте посмотрим, мы, нас тоже интересует, то есть заражение, есть присутствие или нет, насколько. Да, то есть мы, да, разбирая капусту и видя, в каком состоянии она находится, я вам могу сказать, что ну, столько жалоб в этом году на агрессора, у которого там, ну, такое большое поражение сделал, ну, мы еще никогда не получали. И видим, что здесь капуста практически чистая. Мандарины стих, они похожи форма листа. Да, мы видим, что, ну, если рассматривать, то есть у них такое, они отличаются всегда, их можно узнать, более резной лист. Но, тем не менее, у них головка имеет не столько округлую форму, как немножко такая она, как вытянутая кочерыги. Но все равно головка очень товарная и красивая. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.